Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня вновь вынуждена предложить вам такой формат карты руки. Знаю, что многие из вас, по крайней мере на моем канале, не любят такой формат, но причина сегодняшнего такого моего выбора, да, определения, связана с тем, что у нас дико жарко, и я вообще никакая не презентабельная, чтобы появиться перед вами, ну, в обычном формате. Поэтому кому будет дискомфортно, да, я извиняюсь, конечно же, вот, но постараюсь как-то спрограммировать свое время, день таким образом, чтобы сильно так жара на меня не действовала, не влияла. Почему? Потому что, ну, 38-39 градусов это очень жарко. По крайней мере, для меня. Не знаю, для кого как. Вот, но для меня это очень жарко, чтобы, знаете, еще сидеть перед светом и одетая, разукрашенная. Это очень-очень некомфортно. Ну, чтобы вас не оставить без расклада, да. Поэтому сегодня будет так. Выбирайте, пожалуйста, для себя позиции. Первые – голубенькие, последние – зелененький камешек, первая, вторая, третья. Тайм-коды есть в описании к этому раскладу, как и ко всем почти. Также в описании я каждый раз говорю о том, что есть две ссылки, очень важные. Первая ссылка показывает список раскладов моего канала. Зайдите, посмотрите, там более 300 раскладов. Если вы недавно подписались, то вы, конечно же, найдете для себя очень интересные темы по самопознанию. Есть также и профессиональная сфера. То есть вы найдете для себя самый необходимый для вас расклад. Достаточно только зайти, посмотреть, какие расклады есть на канале. И потом найти их в разделе плейлистов. И вторая ссылка очень важная. Я почему-то все время про нее говорю, но, видимо, люди сразу начинают смотреть позиции и не слушают вступления. И, к моему огромному сожалению, мне приходится проделывать двойную и тройную работу, особенно для тех, кто хочет прийти ко мне на индивидуальную консультацию. Пожалуйста, перейдите по ссылочке, почитайте внимательно, что необходимо сделать перед тем, как записаться ко мне на консультацию. Я достаточно требовательный такой мастер. Не тот, скорее всего, человек, который сразу просит оплату и приступает к работе. Скорее всего, я как хороший врач, которому очень важно получить некий анамнез пациента, да, чтобы сэкономить очень важное время на консультации. Поэтому прежде чем прийти на консультацию, вы читаете все обязательные условия для записи, отвечаете на 5 вопросов. Это очень важно, еще раз скажу, внимание, важно ответить на те вопросы, которые я пишу в документе. И только после этого я вам скажу, смогу я вас принять на консультацию или нет. Я очень избирательный мастер. Почему? Потому что моя репутация для меня важна, и если я берусь за дело, то я должна быть 100% уверена, а, что я могу вам помочь, и б, что вы действительно ту информацию, которую я вам передам, будете применять, а не будете ее сливать. Поэтому обращаю ваше внимание, переходите по ссылке под этим видео, описание и стоимость моих услуг, читайте документ до конца, пожалуйста, до конца, не избирательно, не поверхностно, не надо мне писать кучу вопросов на почту, а как, а что, а сколько стоит. Вы просто представить себе не можете, сколько времени это забирает от того, что вот мне надо каждому ответить, разъяснить, в принципе, то, что уже все подробно написано и объяснено. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и относитесь с уважением к моему времени и к своему. То есть даже если вы не цените свое время, то, по крайней мере, хотя как просить вас ценить мое время, если вы не цените свое. Ну, в общем, вот такое вступление, крик души. Периодически его делаю, и всегда, скорее всего, находятся новые люди, новые подписчики, которые не знают и будут продолжать допекать меня на почте своими вопросами, а что, а как, а почему, просто потому, что кому-то дико лень, либо неинтересно прочитать то, что нужно сделать. Вот такое у меня было сегодня вступление.
Расклад, который мы будем с вами сегодня рассматривать, название вы видели, предложила его Татьяна. Смотреть аналогичные расклады, по-моему, у меня уже были на канале, если я не ошибаюсь, но я постараюсь вам здесь выложить ссылку, найти этот расклад и выложить ссылку, посмотреть. Вот, аналогичная тема, проста, банальна и очень актуальна в контексте того, почему я не иду в новое. Почему у меня идут периодические откаты? Вроде бы все проработала, вроде бы уже все с собой разобрался, разобралась, понял, поняла, а в новое не иду. Вот сегодня мы с вами будем разбираться в этом. Работать будем на колоде «Небо и Земля», поэтому я вам коробочку поставила, плюс ко всему это мои рамки, да, чтобы я понимала, да, куда я могу выкладывать карты. А здесь вы видите колоду «Чака Спицана», да, для меня это сценарная колода, которая помогает считывать темные истории, наши сценарии. Итак, приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. Вот так выдвину его вперед. Эти отодвину немножко назад, чтобы вам было понятно. С чем связаны наши откаты и почему мы не идем в новое? Вот с этим мы будем разбираться. И сразу приступим к вопросу, с чем связаны наши откаты. Ну, первая карта нам сразу и так, сейчас я пойму, как ровно это вот так, да. Угу. Первая карта нам сразу говорит о некой такой неуверенности. В первую очередь, знаете, это связано с материальным аспектом, потому что двойка педакли, она нам говорит о балансе. Все двойки, которые находятся по древу жизни в сфере хокме, они говорят о наличии некой такой силы, которую нужно понять, к чему применить. То есть я могу предположить, что причина ваших откатов связана с тем, что вам непонятно, а что вам даст это новое. То есть некая такая неопределенность. Идти туда неизвестно куда, затем неизвестно чем. Вот это примерно данная история. С одной стороны. С другой стороны, я не могу сбалансировать... как-то, знаете, свое нынешнее положение, да, либо устоявшуюся какую-то, устаканившуюся свою жизнь с тем, что меня ожидает в новом. Безусловно, здесь могут присутствовать, и мы потом посмотрим страхи будущего, но для начала нету четкой определенности. Откаты связаны с тем, что вы не до конца для себя не решились пойти в это новое. Возможно, ваше прошлое, оно вас и не устраивает, и вы это понимаете, но... новое, в которое вы хотели бы пойти, оно у вас не представляется, да, если есть некие представления, то они достаточно такие расплывчатые, размытые, и нету определенности, а поскольку нету определенности, сложно принять выбор, да, то есть здесь присутствует некая такая неуверенность. С чем еще связаны ваши откаты? Колесо фортуны. Колесо фортуны достаточно многогранный аркан. С одной стороны, он говорит о том, что судьба, фортуна, удача, она вам улыбается. И на данном этапе вы можете получить действительно все, что вы захотите. Причем характерная черта колеса фортуны говорит о том, что я даю тебе просто так, да? Просто некая такая божественная благодать, да, если я правильно говорю это слово, она может изливаться на вас. Не потому, что вы заслужили, а просто так щедро возьми. И здесь сразу возникают такие сомнения. Почему? Потому что могу предположить, что прошлый ваш сценарий заключался в том, что я за все как-то, знаете, либо платили, либо чего-то добивались. Вот просто так, да, когда... я не знаю, фортуна улыбается и дается что-то просто так, это вам не знакомо.
это вас очень сильно напрягает. То есть, когда есть какие-то условия, когда есть какие-то границы, которые вам предлагают и говорят, вот возьми, за это ты заплатишь вот это, либо вот возьми, а тебе будет потом за это вот это. Это вам понятно, да, вы как-то можете адаптироваться по этому. Но когда колесо фортуны, удача, просто улыбается и говорит, на, возьми, у вас появляется ощущение некого такого подвоха. То есть, а что мне будет потом? Это то, что вас останавливает. Либо, окей, я пойду в будущее, а если это будущее мне не понравится, да, то что тогда? Я не смогу вернуться назад. Вот эта вот неуверенность присуща. Это одна сторона колеса фортуны. Другая колеса фортуны говорит о том, что вы не проходите какой-то сценарий, да, здесь есть некая такая цикличность. Четыре стихии, четыре времени года, все ходит по кругу. Некий такой сценарий, и опять-таки колесо фортуны нам говорит про неуверенность, про неумение, знаете, слушать свою интуицию. Безусловно, она у вас работает, но как-то логика это, и разум – это та часть вас, на которую вы привыкли опираться. И вот именно доверие к интуиции, доверие высшим силам, доверие чему-то, что с одной стороны, да, оно присутствует, и да, в каких-то мелких аспектах вы доверяетесь. Но если это какая-то крупная, какое-то крупное решение, да, принятие решения, то здесь вы будете, безусловно, сомневаться в том, что нет, надо лучше просчитать, не могу я довериться интуиции. С чем еще связаны ваши? Здесь нужно пройти какой-то сценарий. Давайте сразу я посмотрю, какой сценарий, и дальше мы посмотрим. То есть, с чем у нас связана наша неуверенность, мы посмотрим. Так, сюда, да, видно или чуть повыше? Так, с чем связана наша неуверенность? Ну, в принципе, то, что я уже и говорила, да, и с чем связана... наши сомнения, волнения и недоверие нашей интуиции. Вот смотрите, выпало два достаточно таких распространенных сценария. В первом случае это страдание. Ваша неуверенность, она как раз-таки связана с тем, что вот я и говорила, да, мы привыкли страдать. Когда все в жизни хорошо, нет у вас такой парадигмы, да, нет у вас такой модели поведения, либо как внутри вас, так в вашем окружении. Когда на что можно вот посмотреть и сказать, окей, у меня есть примеры, в соответствии с этим я готов дальше двигаться. Бесконечное страдание, бесконечное испытание, трудности какие-то, да, самобичевание. И вот, знаете, это вот ваш на самом деле сценарий, который вас мотивирует. Когда вам в жизни бывает достаточно трудно, сложно, когда вы начинаете переживать, первые мысли, которые у вас возникают, они говорят о том, что, блин, когда же это все закончится, да? То есть первая ваша реакция – это некое такое мученическое состояние, когда вам хочется погоревать, когда вам хочется пожалеть себя, что вот у меня не получается, хотя, в принципе, способности есть, нет возможности. То есть вы начинаете сетовать на себя в первую очередь, даже не на жизнь, а на самого себя. И в какой-то момент вам это надоедает, и только после этого вы начинаете двигаться вперед. То есть без страдания, страдание для вас является опорной такой, отправной, я бы сказала, точкой для дальнейшего действия. То есть пока вы не настрадаетесь, напрямую перепрыгнуть этот сценарий и пойти дальше вы не можете. Да? То есть без страданий, если все это легко, это вас будет напрягать. Не потому что это так есть, а потому что это ваша программа, по которой вы живете. И с этим связано некое такое метание, да, сомнение, я бы сказала, неуверенность. Причем, что здесь восьмерка, да, если ее перевернуть, это знак бесконечности, да, соединение двух противоположностей, двух сил, антагонистов между собой. Вот. Для чего? Для того, чтобы было примирение. И вот вы не можете примирить в некой степени, например, свою эмоциональность и свою логику. И от этого вот горе от ума, да, происходит. Очень много переживаю и волнуюсь. С другой стороны, почему у вас нету доверия интуиции в каких-то больших аспектах, да, из-за чего происходит вот эта вот цикличность и откаты? Карта сироты говорит о том, что
я привык всю жизнь опираться только на себя, да, вот это вот одиночество, да, семья такая очень маленькая-маленькая деревце, и я, да, я как будто бы где-то вот в своем утробе, скорее всего, в утробе матери, может быть, оттуда это и началось вот это вот ощущение, да, что покинутости, что до тех пор, пока я не почувствую уверенность в себе, да, потому что я не могу опереться ни на кого, да, у меня нет поддержки, у меня нет рода, у меня нет семьи в этом понятии рода, у меня нет каких-то вот людей, не потому что их нет в окружении, это ваше восприятие, что вам не на кого опереться, у вас нет возможности попросить о помощи, кто бы вам ее потом оказал, да, то есть вот это вот ваше внутреннее восприятие одиночества, я человек, который опираюсь исключительно только на себя. А если я опираюсь только на себя, то это должно быть нечто такое логическое и разумное, а не интуитивное, то, что невозможно пощупать и невозможно потрогать. Поэтому ваш прошлый опыт, да, отсюда у нас и выходит вот эта вот логика, структура, дерево, да, говорит об этом тоже. Все должно быть логично, структурно и понятно. Если нету четкого понимания, да, вот для вас вот это вот вообще общий такой сценарий. Если нету понимания, я никуда не буду двигаться. Что неуверенность в себе, что вот эта вот повторность, цикличность, да, невозможно сдвинуться дальше, связано с тем, что нету понимания будущего. Почему? Потому что, как я уже сказала ранее, нету такой парадигмы. Хорошо, давайте посмотрим теперь, это почему у вас возникают повторы. Я все-таки хочу посмотреть, что здесь за сценарий, который вам нужно проработать. Вопрос коммуникации, пятерка жезлов, да, это внутренняя борьба, опять-таки, да, только здесь борьба наших амбиций, борьба наших желаний, неумение коммуницировать с внешним миром, да, но это все отражение вашего внутреннего проявления, да. Марс, вот здесь значок Марса, да, это отсылка к сфере Гебура. Гебура у нас ответственна за то, чтобы отсечь все то, что не соответствует некой такой гармонии, да, некой системности. Вот это вот, знаете, с одной стороны, внешне вы не готовы бороться за то, вот, что вам принадлежит, коль у вас есть вот этот сценарий страдания, да, а с другой стороны, внутренне у вас это горит, да, внутренне есть вот эти порывы, желания как-то двинуться вперед, доказать. И вот здесь вот эта вот внутренняя такая борьба, да, с одной стороны я хочу, с другой стороны я и не совсем хочу и не понимаю. Вот здесь вот, знаете, вам нужно больше задать себе вопросов касательно того нового, которое вы хотите получить в своей жизни. Для чего оно вам? И не просто фантазировать о нем, а увидеть себя, прям ощутить на себе, на своей, как говорится, шкуре, да, это новое. Насколько оно вам будет комфортно? То есть, например, если мы говорим о семье, о счастливой, да, о заключении прям идеального брака, вот как вам в этом вот представить? Вы просыпаетесь каждый день, этот человек, и такое продолжается всю вашу оставшуюся жизнь. Если вы чувствуете дискомфорт, это показатель как раз того, что вы не готовы. Но здесь общий знаменатель связан непосредственно с коммуникациями, с вашими амбициями, да, с умением отстаивать. Вот внутри есть это желание, да, я хочу пойти в новое, я готов. А внешне, как будто бы, знаете, вы не можете манифестировать о том, что вы это делаете. Вот есть какая-то внутренняя борьба. Давайте еще углубимся, посмотрим, с чем. Вот борьба как раз-таки и связана непосредственно с шутом, с начинанием, с чем-то новым в вашей жизни. Неумение в данном случае, да, вот здесь вот котомка, да, если я правильно говорю это слово, неумение оставлять прошлое позади, да, что там есть в этом прошлом такое важное, за что вы держитесь.
А вот они и выпали как раз-таки снова страдания. Четверка кубков, стабильная, да, стабильность, которая приводит к некой такой скуке. Да, пускай скучно, да, пускай не очень комфортно, все приелось, но мне это уже понятно. И вот мы приходим к страданию, да. Не готовы вы отпустить какие-то страдания, мучения, переживания. Вот этот шаблон, вам с ним нужно действительно поработать и понять, почему важно, знаете, вот как-то сетовать внутри себя на какую-то свою несостоятельность. Это последние рамки, которые вы должны оставить, если мы говорим о том, как преодолеть, да, потому что в раскладе у нас все-таки был такой вопрос стоял, да, как все-таки перепрыгнуть, да, как двинуться дальше. Так вот, то, с чем нужно поработать напрямую, это вот с этой моделью страдания. Скорее, в вашей семье, в вашем окружении многие так жили, да, страдали, переживали, и вам, ну, как бы так сказать, когда все вокруг живут по какой-то определенной модели, привносить что-то новое, вам это, ну, некомфортно, да, то есть, с одной стороны, как так я буду выделяться, я и так чувствую себя сиротой, никому не нужной, да, непригодной ни к чему, и так я выделяюсь из всей толпы, а тут я еще пойду и буду счастливым, то есть, а как же вот эта вот модель страдания, переживания, самобичевания, что в нем есть такого ценного для вас, вот прям хочется спросить. Это ваше детство, это ваше прошлое, да, это вам напоминает ощущение того, что вот если вы от этого откажетесь, вы как будто бы себя потеряете. Понимаете, это то, что вас держит, ваше восприятие, восприятие вашего эго, которое говорит о том, что это закончится, все, потом больше ничего не будет, я себя потеряю. Да. Вы потеряете какой-то шанс. С чем связан этот шанс? И вот умеренность опять, она нам подсказывает, аналогично двойке Пентаклей, да, соединение, упорядоченность двух внутренних сил. Знаете, вот я в общем скажу, все-таки расклад-то общий, вот по первой позиции здесь вам нужно больше разобраться внутри себя, что именно, с чем борется внутри вас. Здесь какая-то присутствует внутренняя борьба. Причем умеренность, такой аркан, который... Здесь знаете, что нужно упорядочить? Ваши иллюзии, представления и то, что является реальностью. В одном из раскладов я говорила, по-моему, в предыдущем, что первая позиция... Программа, если так можно сказать, да, цель вашей души – прийти к самости, к полному, полной гармонии, да, и принятию себя как личность, которая не опирается на внешний мир, а исключительно на себя, на свои познания, принятие темных аспектов. Так вот, аркан умеренности, он как раз ей говорит о том, что нужно умерить внутри себя Солнце и Луну. Луна – это некое такое иллюзорное восприятие себя, темные какие-то аспекты. Представление о себе, а Солнце – это ваша личность, это то, что вы являетесь на самом деле. И вот до тех пор, пока вы не поймете, что есть ваша иллюзия о себе, а что есть вы будете периодически бороться, да? Вы не будете принимать новую реальность, которая у вас уже на подходе, что нужно просто оставить и шагнуть вперед. И вот изначально нужно понять в себе, что есть ваша иллюзия, что страдание – это ваша иллюзия, то, что вы сирота, проигрываете эти модели – это тоже ваша иллюзия. Так что же в таком случае есть вы? С этого нужно и начинать. Такая вот у меня была первая позиция. Так, жду ваших комментариев. Первая позиция всегда достаточно глубокая. Вот, бывает, да, ну, люди... которые смотрят эту позицию, выбирают эту позицию, сами себе, вот прям шута я ставлю, сами себе достаточно мудрые люди. И путь у вас такой, ну, неоднозначный. Древние души. Хорошо, а позиция номер два, красный камешек. Давайте мы с вами, двоечки, посмотрим, почему у вас возникают откаты, и вы не идете в будущее.
так. Хочется сказать по рыцарю кубков. Этот аркан, он мне все время говорит о состоянии нашей души. Да? Когда душа встает вот на путь познания себя, именно эмоционального аспекта, не разумного, а вот именно эмоционального, этот аркан нам всегда говорит о некой такой опознании, да, о первых каких-то шагах в познании именно своего эмоционального аспекта, состояния нашей души. Так, еще один рыцарь. А этот рыцарь, он говорит наоборот о некой такой жесткости, целенаправленности. И тот, и другой указывает на то, что уже есть в нашей жизни. Это не пажи, это не начинание, а это уже то, что имеет место быть. Поэтому, отвечая на вопрос, почему возникают откаты в вашей жизни, хочется сказать, что с одной стороны вы действительно хотите двигаться по жизни в соответствии вот с вашим внутренним мироощущением, мировосприятием, да. С другой стороны присутствует вот какая-то такая, знаете, резкость, хочется сказать неуклюжесть, да, когда нету некой такой адаптации к ситуации и при этом как-то вот слишком продавливаете пространство, да. Слишком напористо, где-то вот, знаете, хочется уколоть, где-то хочется сделать кому-то больно, сказать вот правду, но не для того, чтобы прояснить ситуацию, для того, чтобы как-то вот причинить боль. И здесь я могу предположить, что в первую очередь это вы делаете сами себе, да, как будто бы наказываете. С одной стороны, хотите пойти дальше в будущее, а с другой стороны, как будто бы делаете это очень резко, очень жестко. Ну, давайте раскроем все-таки этих рыцарей. Ну вот, выпадает императрица и верховная жрица. Да? Две ипостаси женщины. Зрелая и более юная, что ли. Почему у вас возникают откаты? Ну, во-первых, потому что вы хотите прийти, знаете, соединить вот то, что было примерно и в первой позиции, но там присутствовала неуверенность. А тут вы как будто бы хотите соединить в себе и женщину земную, и с другой стороны женщину небесную, женщину ведущую, глубокую, знающую, а здесь более такую, знаете, практичную, но с другой стороны даже и статную. Вот мне хочется, знаете, вот если бы поменять этих рыцарей местами, то было бы прям вот идеальное положение, то есть вот так вот, если бы сделать, то это было бы прям очень-очень гармонично в контексте того, что вот этот рыцарь, да, он рыцарь мечей. Это вот прям воздух, да. И, а здесь вот, знаете, такое чувство, что вы как будто бы мчитесь куда-то, чтобы стать как-то вот более приземленной, что ли, более практичный, более такой статный, но это вот как будто бы, знаете, обретение вашей маски. Да, почему? Потому что не потому, что вы не являетесь женщиной, либо вы не являетесь императрицей, да, вот этот вот архетип идеальной женщины, нет. А здесь вот хочется сказать, что вот вам ближе верховная жрица по состоянию, вот это вот, знаете, молчание, какое-то вот погружение вглубь себя, да, спокойствие, человек, который находится в неком таком принятии, да, именно себя, жизни, человека, которому интересно узнавать что-то тайное, сакральное, мистическое, да, узнавать и познавать свою душу. А вот здесь вот такое ощущение, что вам приходится выходить из этого состояния, да, почему? Потому что императрица, она получает то, что она хочет, но она совершает какие-то действия, в отличие от верховной жрицы, которая пассивна, да, то есть она более активна, именно поэтому я и сказала, что вот хочется поменять этих рыцарей, да, как рыцарь мечей.
Она двигается. Она идет, императрица, и она идет как танк, знаете, медленно, плавно, но именно к своей цели. Да, где-то в какой-то степени может быть гибко, но здесь вам не хватает этой гибкости, поэтому где-то вы становитесь колючими, такими как ежик, да, когда вы не получаете то, что вы хотите. Ощущение того, что, знаете, в какой-то степени не реализуете. Вот вы как будто бы вынашиваете, да, какой-то план, какую-то идею внутри себя, но вы ее не реализовываете. Да. То есть в голове очень много как-то мыслите, представляете, но как дело только доходит до физических каких-то действий, да, не получается. Ощущение того, что вот все никак не можете разродиться, да, все никак не можете как-то повзаимодействовать вот именно с земным планом, да, с материальным. И поэтому вопрос откатов, он заключается в том, что ну вот вы как будто бы не проигрываете свою роль, да, не можете касательно женского аспекта, да, нет у вас как будто бы здесь понимания, а что есть женщина на самом деле, активная ли она, либо пассивная, да. Женщина это та, которая, если захотела, пошла, получила это, да, либо ждет, когда ей это принесет. То есть вот здесь вот в контексте вашего женского аспекта, особенно если вы смотрите женщину, да, смотрит женщина, очень ярко проявлено. Если вы мужчина и смотрите, то здесь вот как будто бы откаты бывают, особенно если вы в браке между матерью, например, и вашей женой, если вы в браке находитесь. Вы как будто бы между двух огней проходите. Либо вот это вот, знаете, нечто такое явное, открытое, и с другой стороны что-то такое сакральное внутри вас. То есть ощущение того, что вы не можете определиться по этой позиции с образом женской энергии. То есть что для вас является женская энергия? То есть как себя вести? Да? Вот вы не можете найти правильную, нужную модель для себя. И это вот в какой-то степени вызывает у вас откаты. Давайте посмотрим сценарии еще, какие связанные с откатами. Я вот так вот повыше подниму. Вот смотрите. Быть использованным, да, у вас как раз к зеркальному отражению, ничего страшного. Вот здесь такое ощущение, что здесь вот как будто бы изображена, смотрите, мужчина, да, мужская фигура, а здесь ощущение, как будто бы изображена луна, вот это вот, да, луналикая, и здесь лицо такое женское. Ощущение того, что здесь вот детский сценарий, непосредственно связанный с матерью, да, то есть вам непонятно, фигура вашей мамы, она кем была? Неважно, мужчина вы или женщина. Она была императрицей, либо она была верховной жрицей. То есть здесь как будто бы есть некая такая запутанность, что ли. И чувство, что мной будут пользоваться, да. То есть смотрите, если я активничаю, например, да, и для того, чтобы получить, что я хочу, боюсь, что потом мне за это надо будет, я получу, да, то, что мне необходимо, а потом за это нужно будет платить. А с другой стороны, если я буду пассивной, то у меня будет вот это вот ощущение, что мной пользуются. То есть, опять-таки, вот это, знаете, понятие, что нужно угождать, да, кому-то, молчать, лишний раз, как говорят, да, мудрая женщина должна промолчать и все такое. Безусловно, если это является частью вашего характера, если вы умеете это отстаивать, да, и вы понимаете, иначе ваше молчание, оно будет рассчитано как слабость, да, и вот это вот чувство, если я буду вот такой мягкой покладистой, значит, мне сядут на шею, а если я буду активной, то во мне скажут, что я вот прям мужик, и тогда на меня не будет никто смотреть и обращать внимание, потому что со мной будут только конкурировать, да, и мне будут наносить раны мечевые, опять я почувствую себя несостоятельным человеком. Поэтому вот этот вот сценарий быть использован, с чем он еще связан, давайте мы его раскроем. Ну вот, пятерка педакли, которая как раз-таки и уточняет нам о том, что
при взаимодействии с людьми, да, есть какое-то вот неравенство. И вы, в частности, коли это выпадает расклад на вас, да, всегда вкладываетесь больше. Почему? Потому что не умеете выстраивать свои собственные личные границы, не понимаете ценность себя, да, то есть в какой ипостаси я выхожу. Здесь вообще не нужно выбирать, нужно наоборот, это собирательный образ, что один, что другой. Наоборот, надо научиться проявлять, да, многогранность, проявлять себя по-разному. Не как-то одна какая-то модель, я буду либо императрицей, либо верховной жрицей, а по ситуации проигрывать тот сценарий, да, ну, ту роль, которая вам будет более понятна. Так вот, в контексте быть использованным у вас был такой опыт, да, когда вы вкладывались больше в другого человека и взамен ничего не получали, кроме некого такого опустошения. Но это опять-таки является вашей иллюзией. Иллюзия заключается в том, что я не умею понимать вовремя, да, как-то себя поставить правильно и верно, да. И вот это ощущение, что я не могу дать отпор, я не могу сказать в нужное время нужные слова. Заблуждение здесь в чем заключается и в чем здесь иллюзия, что вы просто так привыкли. Да, вы сами здесь как будто бы, знаете, обесцениваете себя, занижаете себя, принижаете себя. Для чего? Здесь может проигрываться тоже и ощущение такой некой жертвенности для того, чтобы как раз-таки вот верховная жрица, да, чтобы на вас обратили внимание. Почему? По верховной жрице проходит четко здесь сценарий вашей оценки. Да? То есть я буду выслуживаться, я буду показывать свои самые наилучшие качества, неважно перед кем, в отношениях, на работе, неважно. Для чего? Для того, чтобы на меня обратили внимание, и я как будто бы заслужила эту оценку. Да? Посмотрите, какой я хороший, да? Посмотрите, как я, ну, как я выделяюсь, как многое я делаю для другого человека. Вы растворяете в жизни другого человека, в работе, неважно в чем, да, вы забываете о себе, что имеется как раз у императрицы, которая знает и понимает свою ценность, а вы включаете по верховной жрице, знаете, небесную какую-то божественную мать, верховную жрицу еще называют божественной матерью. В контексте примера это мать Тереза, да, которая смотрела на всех людей, как на своих детей. Да? То есть вот ее безмерная любовь, понимание, сострадание и сочувствие к другим людям. Вы это включаете, но вы до этого еще не доросли. То есть у вас в сознании нету этого понимания. Почему? Потому что верховная жрица, она наполнена. Она берет свет непосредственно от первоисточника, да, от нашего Творца, нету между ними посредников, поэтому ее еще называют божественной невестой. А у вас-то нету этого источника наполненности, и поэтому вы отдаете последнее, и поэтому здесь нету понимания. Сначала нужно стать императрицей, и потом включать верховную жрицу. Либо, если вы вкладываетесь в других, да, то первично вам нужно здесь научиться, неоднократно говорю двойкам про ценность себя, нужно научиться себя ставить на первое место, да, выбирать себя в первую очередь, не другого человека, потому что за вами так или иначе люди пойдут. Но что вы им можете дать, да, если вы сами нищие? И вот этот вот глубокий страх быть использованным, да, мной попользуются и выбросят, не оценят по заслугам. Да, то есть вот подумайте сценарий именно того, что вам нужно что-то заслужить, и здесь выпадает очень-очень такой высокодуховный аркан повешенного. Когда, смотрите, если мы говорим, он выпадает рядом с пятеркой педакли, если мы говорим в земном аспекте, да, то здесь мы проигрываем жертвенность. Это в минусовом положении, да. Когда я никому не нужен, я бедная, несчастная, на меня никто не обращает внимания. Но сила прямой позиции этого аркана говорит о том, что я ограничиваю себя осознанно через боль, через страдания для того, чтобы получить нечто большее, да, в данном случае прийти именно к верховной жрице. По древу жизни этот аркан нам описывает и говорит о том, что я ограничиваю себя здесь воздух. Разум, в разуме, да, не в материальном плане, а именно в своем сознании. Я очищаю, я убираю все, что мне не нужно, для того, чтобы мой ум стал ясным,
для этого я ограничиваю осознанно, внимание, осознанно, я понимаю, что я даю отчет своим собственным действиям для того, чтобы приобрести силу и дальше двинуться к чему? Именно к верховной жрице, к Бине, для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. То есть вот ваша задача, да, вот это вот глубокий-глубокий такой анализ того, почему у вас происходят откаты, изначально вы должны понять именно по верховному, по повешенному, кто вы есть на самом деле, да. Треугольник – это алхимический символ воды. Когда мы проходили этот аркан на курсе Древа Жизни, очень глубоко я его раскрывала и говорила о том, что наша… Так объяснить, наш разум должен прийти в такое спокойное состояние, да, холодный разум, как поверхность озера, гладкая, для того, чтобы она смогла отзеркалить, отразить весь тонкий план, да, на котором находится как раз сфера Бина и Верховная Жрица. Для чего? Или, скорее всего, почему? Потому что только сфера Бина, к чему стремится вот именно аркан повешенного, может дать понимание, кто я есть. У нее есть все знания, потому что она черпает вот эти вот знания, да, от первоисточника, еще раз скажу, от самого Творца, без каких-либо посредников и искажений. И к этому стремится аркан повешенного, да, глубоко внутри себя понять, кто я есть, в чем мое предназначение, для чего я живу здесь. И вот эта вот вся история вам говорит о том, что как только вы поймете, у вас появится ценность себя, да, вы начнете себя по-другому ставить, вы начнете себя больше уважать, любить, вы начнете это транслировать, и только тогда вы захотите пойти в будущее. То есть даже не раскладывая карты, как вам перепрыгнуть, да, вот эти вот все ваши откаты, и пойти дальше. Здесь сразу уже есть ответ, заложенный в аркане повешенного, да? Когда осознанно, еще раз повторюсь и скажу, осознанно я себя ограничиваю в мыслях, да, то есть отсекаю все то, что мне не нужно. То есть я понимаю, чего я должен лишиться, да, здесь опять лишение, здесь у нас лишение проходит. Я четко понимаю, чего я должен лишиться в этой жизни, да, от чего я должен отказаться, что я должен оставить в прошлом позади, для чего? Для того, чтобы получить что-то другое. То есть, проще говоря, мы отказываемся, чтобы вам было понятно, да, пример от старой какой-то квартиры, потому что там была сырость, да, и я понимаю, что, ну, мои дети болеют, да, ну, потому что условия жизни, они, ну, не самые наилучшие, и я понимаю, что я там год-два коплю деньги для чего? Для того, чтобы, ну, либо приобрести другую квартиру, утрированно сейчас я говорю, либо переехать, да, снять в аренду другую квартиру с более лучшим качеством. И вот для этой цели, для более высокой, я четко понимаю, что мне нужно как-то себя ограничить в финансах, не поехать в отпуск, не купить что-то, да, но я понимаю, для чего я это делаю. Не просто я себя ограничиваю, а вы по пятерке педакли себя ограничиваете без более высокого такого понимания глубокого, да, вы это делаете для чего? Для того, чтобы раствориться просто в жизни другого человека, либо в какой-то ситуации, потому что моя жизнь, она не несет смысл, в ней нет никакой цены. Так вот, задача здесь вам найти вашу ценность, ценность себя, в чем смысл для вас, почему ваша жизнь ценная, очень глубокий такой, поэтому и первый аркан был у нас как раз-таки рыцарь кубков, познание души, то, что я и говорила. Какой еще здесь негативный сценарий? Вот аркан, карта, скорее всего, да, ненависть. Здесь мы видим какую-то некую такую летучую мышь, да, состояние ненависти. Я ненавижу людей, да, тут вам и мудрецы, тут и молодые, потому что может быть пара. Вообще вот эта вот ненависть, что есть ненависть, да, неприятие, непринятие, какая-то борьба, что именно вы не принимаете. Давайте мы посмотрим, что вы не можете принять. Некую такую свою утрату, да, пятерку кубков, то, что уже ушло, опять-таки, рядом с повешенным, да,
оставить позади, повзрослеть, оставить вот эти вот три кубка, которые разлились, и вспомнить ту ситуацию по двойке кубков, когда была гармония, двойка кубков нам говорит о любви, но не любви не к человеку, да, мы сейчас рассматриваем сценарий, а именно вот этой вот гармонии внутренней. А тройка кубков нам говорила о легкости, о веселье, да, обеспеченной какой-то жизни, когда я хочу все получать, ну, как маленький ребенок, кто-то обо мне заботится. Ощущение того, что вы еще не повзрослели, поэтому все откаты, которые у вас происходят, они связаны как раз-таки с тем, что вас учат стать более зрелой личностью, да, повзрослеть. Повзрослеть не биологически, а в душе в своей повзрослеть, да. Не делать акцент на легкость, на тройке кубков, да, на получение вот этого всего, а двинуться дальше. Пятерка кубков у нас тоже говорит о том, что нужно понимать, что жизнь, она бесконечна в контексте души. И нужно двигаться, нужно уметь двигаться дальше, да, а уметь научиться, скорее всего, оставлять то, что уже не приносит какую-то ценность. В данном случае кубки выпали эмоциональную, да, то, что вас уже не наполняет. Вот именно повзрослеть и двигаться к гармонии, к двойке кубков, к любви к себе. Вот такая вот у нас с вами была и вторая позиция. У меня такое ощущение, что с каждым раскладом, в принципе, я говорю одни и те же вещи разными словами, но, знаете, так постепенно-постепенно двойки так сделали прорыв какой-то, да, чтобы расти и развиваться, да, двигаться вот именно в том направлении, в котором нужно. И вот чувство такое, что вот по-разному говорю, каждый раз, может быть, чуть глубже. Почему? Потому что у вас есть больше готовности и больше восприимчивости к информации. Так, и мы с вами переходим, что по времени. Не вижу, сколько наговорила, ладно. Посмотрим в позиции номер 3 и зелененькому камешку. Так, отодвинем вот это. И мы с вами посмотрим троечки. Какой вы? Сценарий здесь проигрывается. И почему у вас происходят откаты? Почему вы не идете в будущее? В новое. Почему у вас откаты? Потому что вот не проходите аркан смерти. Что значит аркан смерти? Так же, как и во второй позиции, у нас как раз-таки есть два аркана второго, которые говорят о некой такой инициации. Так вот, один из арканов, это как раз-таки аркан смерти, который говорит о том, что вы должны переродиться в вашем сознании. Да? То есть у вас должно что-то, как это, кликнуть как-то так в вашей голове таким образом, чтобы вот, знаете, аркан смерти, на самом деле-то он и не случайный, он в прямом смысле говорит о смерти не о физической, конечно же, а более о смерти в вашем разуме. То есть в вашей душе как будто бы должна возгореться какое-то вот это вот внутреннее пламя, да, в вашем сознании. Таким образом, чтобы вы переключились и пошли именно к какому-то внутреннему опыту самопознания. И вот здесь вот каких-то перемен, если говорить вообще простым языком, перемен в вашей голове, в вашей модели поведения не происходит. Что у вас не кликает, как я говорю, да, не умирает. Что у вас не умирает в голове, да, в вашем сознании? Двойка мечей. В вашем сознании не умирает вот эта вот, как это, двойственность. Двойственность и либо двоякость некая такая, да, связанная с неуверенностью. И здесь неуверенность не в себе, как в личности, а вот, знаете, периодически в голове появляются какие-то,
как бы так сказать, такая двойственность. То есть то, куда вас ведут, что должно родиться, сейчас я вам скажу. Родиться должен дьявол. Дьявол нам говорит о том, вот именно в данном раскладе, да, должен родиться некий такой мятежник, да, некий такой революционер, который отбрасывает и отсекает все какие-то чужие мнения, да, на своем пути и живет своим собственным сознанием. А двойка мечей нам как раз-таки говорит о том, что у вас в голове происходит со-мнение, то есть два мнения. И вот здесь... С одной стороны, дьявол нам говорит о том, что вы должны прийти к такому состоянию, когда вы будете опираться исключительно на себя, даже если понимая, что это вас разрушит, но это ваше собственное мнение. Не то, что вы опираетесь на какие-то модели, на внешний мир, на то, что вам говорят, на то, что вам рекомендуют. Почему? Потому что вот именно очень много таких сомнений в вашей голове. То есть в данном случае включается разум, а вам надо стать более сильным человеком, более властным человеком над самим собой, над своими какими-то темными аспектами, которые у вас появляются. И в данном случае темный аспект, он связан с разделением в вашей голове. То есть такое ощущение, что вы ведете внутренний какой-то диалог, да, непонятно с кем, вы же одна, ну либо один, а в голове у вас постоянная вот эта вот беседа. И возникает вопрос, а с кем вы беседуете в своей голове? Откуда у вас вот этих два мнения? Двойка мечей говорит о том, что закрытые глаза, да, причем и Луна здесь новая, не старая, а новая. Она говорит о том, чтобы пойти в новое, вам нужно научиться слышать свой внутренний голос, да, опираться на свою интуицию, а не на свой разум. Почему? Для того, чтобы принять решение. То есть это аркан примирения. Примирить в своей голове два решения. Именно примирить, не выбрать что-то одно, а примирить. И это даст вам силу. И вот это вот сознание, да, то есть ощущение, скорее всего, принятия в себе вот этой вот силы, власти вашей внутренней, принятие ваших внутренних каких-то темных аспектов, не отказ от них, а именно принятие, оно приведет вас, ну вот выведет вас на более высокий уровень сознания. И вы вот как будто бы не можете перерасти, да, сколько времени в тройках у меня выпадает эти два аркана трансформации, ну то есть аркан смерти и аркан дьявола, да, где мы, ну, периодически мне в комментариях спрашивают, что не так, да, вроде бы я все делаю, так в действиях вы делаете, а вам нужно не в действиях, вам нужно поменять ваше шаблонное мышление, в сознании должно переродиться. Это, знаете, очень похоже на то, что когда долгое время, например, употребляешь какую-то одну пищу, и оно вызывает у тебя до такой степени отвращения, да, что ты отказываешься от этого на всю оставшуюся жизнь. Почему? Потому что, ну вот, пришел какой-то вот этот вот пик, и ты говоришь, все, больше так я не хочу. И соответствуете этому, не насильно соответствуете, напоминая себе, а просто вот у вас, знаете, вызывает какое-то отвращение, как будто бы вся ваша суть, вся ваша, весь ваш внутренний мир сопротивляется уже после этого. Да? Вот такое вот пресыщение полностью, как будто бы внутреннее полное отравление, да, когда по аркану смерти в сознании должно изначально прийти некое сгниение, да, то есть это алхимический такой процесс, задача его перерождения. Но перерождение, оно не просто человек перерождается, а изначально материя, с которой работает алхимик, она должна прийти в стадию гниения, да, то есть для того, чтобы сухие листья превратились в удобрение осенью, они сначала должны сгнить, но после этого гниения должно произойти перерождение, то есть родиться превращение в нечто иное. Так вот, это в вашем сознании. Так вот, вы как будто бы, да, не доходите до этого процесса гниения. А если и доходите по двойке мечей, то вы в нем застреваете, понимаете? Нет вот этого вот перерождения в новое. Хочется спросить, почему? Давайте вот на сценарном аркане я посмотрю. Почему не происходит это перерождение? Почему вы застреваете в этом гниении, да? То есть, ну, нету рождения. Вот смотрите, борьба за власть. Сказала, что вот здесь вот аркан власти, да,
аркан жизненные силы. Это не просто сила, это жизненная, это природная сила, то, на чем строится все в нашем материальном мире. Архангел Уриль, тот, который один из архангелов, который стоит у врат Эдемского сада. Вернуться туда, чтобы вернуться в этот Эдемский сад, Адам и Ева, они должны стать людьми разумными, то есть управляющими своими собственными инстинктами. Это отсюда у нас и появляется вот эта вот сила. А у вас не происходит это перерождение. Почему? Потому что есть борьба за власть. Да, вы привыкли, вы все время привыкли бороться. Вот она, двойка мечей, где я не могу примирить себя. С чем вы боретесь? Не могу, даже сама сказала, не могу примирить себя. Посмотрите, да, две силы конфликтующие, мужская и женская. Королева Пентаклей. Почему вы не можете примирить себя? Королева Пентаклей, она ответственна у нас за то, что приумножает любые ресурсы, врученные ей, да? По сути, не можете пойти дальше, да, то есть не можете приумножить свою какую-то силу, потому что не можете как-то вот договориться с самим собой. И вот она у нас выпадает, пятерка мечей. Почему? Потому что слишком жесткие, слишком высока у вас планка по отношению к самому себе, слишком требовательно. Победа любой ценой, да. Здесь, знаете, хочется сказать не то, что вам планку нужно снизить, потому что она у вас высока из-за того, что вы знаете свою ценность. Вы понимаете свои способности, да, и коль вам сила-то дана будет потом, вот это природное. А здесь внутренняя борьба, какие-то вот конфликты. Что здесь хочется сказать, что вам нужно отрезать от себя? И выпадает вот король Пентаклей. Ощущение того, что вот какие-то свои ресурсы вот вы не можете принять. То ли вы не можете принять как-то вот свою силу. Напишите мне, тройки, о чем здесь, да? С чем вы внутри себя боретесь? С какой силой своей вы боретесь? Здесь какой-то вот источник, да? Либо это... и поэтому здесь трудности с финансами могут быть, если они возникают, просто потому что либо вы ценность себя не можете принять какую-то, да? Либо себя как ценность, в общем. Либо здесь как-то вот, знаете, с одной стороны хочется сказать, что вы хотите жить как-то стабильно, да, какой-то фундамент иметь. А с другой вы понимаете, что, возможно, для развития вот этот вот фундамент у вас отягощает, он не дает вам двигаться дальше. Давайте я еще раз спрошу, с чем связан вот здесь вот пятерка Пентаклей, что вам нужно отсечь? Рамки, границы. Император. Ощущение того, что вот вам нужно, знаете, как будто бы расширить свое сознание. Расширить, я имею в виду, принимать разные точки зрения, да, смотреть на вещи как-то по-разному. Здесь вот чувство некого такого груза, да, такой вот приземленности, может быть, ответственности, да, чрезмерной. Не хватает здесь... Это у меня идет, знаете, такая картинка, когда человеку на ноги кандалы поставили, и еще и с каким-то тяжелым металлическим таким шаром, когда он с трудом может ноги только передвигать. Ощущение того, что вот это сдерживает, да, от какого-то полета, как будто бы какие-то вот магические ваши силы, да, они сдержаны. И вот что является этим моментом, да, что вас сдерживает? Здесь выпал паж кубков. Непринятие как-то своего внутреннего ребенка, да. Паж кубков у нас показывает недоверие. Да, вот какие-то раны, с одной стороны, вы можете лечить других людей,
раны других людей, да, вы понимаете, вы исцеляете. А с другой стороны, вы сами себя не можете. Вы к себе не можете никого подпустить, да, потому что, ну, недоверчивы, потому что изранены. И вот эта вот борьба, скорее всего, да, мне кажется, что она может быть между вашим родителем внутренним, да, взрослым человеком и вашим внутренним ребенком. То есть ребенок, возможно, хочет что-то одного, какого-то полета, движения, озорства. А родитель говорит, нет, есть обязанности, есть трудности, нужно так. Вот это вот должествование, да, это то, что может вас сдерживать. Давайте я еще посмотрю, какие сценарии здесь могут быть для того, чтобы, ну, понять, а как вам дальше двигаться, что вам поможет пойти в это новое, да, то есть как переродиться здесь, пройти эту трансформацию, какие здесь сценарии, которые вас сдерживают, нужда. Возможно, как вероятность, да, королева Педакли и король Педакли, вообще вот эта вот стабильность, да, заземленность, очень активная стихия Земли, она говорит, здесь карта выпала, которая называется «Нужда», она как раз, возможно, говорит о том, что парадигма, паттерн вашей семьи заключался в том, чтобы создать такую атмосферу, когда вы будете чувствовать себя нуждающим человеком. Да? Возможно, у вас и есть, у родителей были деньги, как вариант, да? Возможно, были с обеспеченной семьей. Но вот это вот чувство, да, все время нуждающегося человека, все время, как этот просящего, да, а тут еще вы не умеете просить о помощи, да, все сами, борьба за власть, да, и вот это вот ощущение нужды, это будет самый главный сдерживающий ваш фактор, не помогающий, как ну, мотиватор, да, то есть я нуждаюсь, и поэтому я поднимаю свою пятую точку, что-то начинаю делать, двигаться, нет, а вы все время будете как будто бы попадать в какую-то ситуацию, в которой вы будете находиться в какой-то вот зависимой позиции, да, даже независимой, а позиции под, когда вы в чем-то нуждаетесь, в чем вы здесь будете нуждаться, вам с нуждой надо поработать. Когда вы о чем-то просите, вам не дается. Вот с чем вам нужно поработать. С Луной, да? С какими-то... бессознательными моментами. Но здесь вот это как-то, знаете, это ваше восприятие. Здесь даже не про страхи речь. А здесь вот это вот ваша нужда, это какая-то иллюзорность, да? Это вот какая-то ваша фантазия в голове. В том, что вы как будто бы, знаете, постоянно прокручиваете этот сценарий. То ли вы будете нуждающимся человеком, то ли сейчас вы нуждаетесь, и я как-то не могу это получить. Это может быть связано с энергией, со временем, да, нехваткой времени, например, нехватка каких-то ресурсов. Здесь не обязательно денег. Здесь ресурсы могут быть нехватка сна элементарно, да, нехватка жизненных сил. То есть вот эта нужда, это какой-то сценарий в ваших фантазиях, который вы, периодически прокручивая, да, проецируете на ваше будущее. Что вам поможет, да, выйти вот из этого сценария, все-таки двинуться дальше? Давайте посмотрим. Прям хочется посмотреть, вы мне скажете потом, да. Подниму сейчас эти карты выше, чтобы не убирать. Что вам поможет выйти из вашего сценария и все-таки вот переродиться, пойти в эту силу? Ну вот, и на этом я закончу расклад. Туз кубков. Во-первых, понимание. Прям вот напрямую связано с арканом Луной. Кто проходит курс «Древо жизни», тот поймет, о чем я говорю. В данном случае, смотрите, попробую описать вам символику. Может быть, каждый из вас увидит в этом более какой-то глубокий для себя ответ, что вам поможет. Голубь – это символ сферы Нецех, то есть Венеры. Да? То есть у Венеры
либо у Афродиты, либо у жизненной энергии, да, у нее символ – это голубь, а кругляшочек с крестом – это вот причастие, да, то есть чисто религиозный такой символ. И кубок – это полное накопление, наполнение, знаете, источником, да, то есть это прям вот вода здесь льется. Здесь вопрос не об эмоциях, а здесь внутренняя наполненность, да, то есть для того, чтобы прийти к некой такой самости, да, к целостности, к зрелой личности, то, к чему вы должны будете прийти, вам нужно изначально принять и наполнить себя, то есть вот как бы голубь, да, здесь нужно наполнить какими-то жизненными своими природными энергиями. Ощущение того, что вы как будто бы не принимаете свою природу, да. Вот недостаток, вот эта вот нужда здесь не в любви, здесь не про любовь, и здесь не про чувствование, а здесь более глубокое понимание того, что вот вы как будто бы, знаете, какую-то вот природу свою не принимаете. Ну, к примеру, например, во многих христианских, да, понятиях сексуальность, она была запретной, да, и были какие-то очень более глубокие и в других религиях понимания о воздержании, да, например, непринятие какой-то своей сексуальности. Так вот, это природа, да, это опять-таки жизненно необходимая, да, это та энергия, на которой она равная как раз-таки духу, который наполняет всю материю вокруг нас. То есть ее исключать невозможно. И вот здесь вот эта вот природа, да, природа радости, счастья, наслаждения, удовольствия, безусловно, это вот земной аспект. И здесь по каким-то причинам мне показывается то, что вы как будто бы исключаете это вот наслаждение, удовольствие, как будто бы вы не принимаете очень важную и глубокую составляющую от жизни. И поэтому вы не можете переродиться. То есть все, что вы делаете, вы как будто бы делаете от ума, основываясь на холодном рассудке, но при этом вы не принимаете силы природы, да, то есть как будто бы, я не говорю о том, что вы пошли в язычество, да, не пропагандируя, но вот эти вот символизмы, например, летнего солнцестояния, да, там, праздника Ивана Купала, то есть когда здесь не в то, во что мы верим, и в соответствии с этим живем. А вот эти вот символизмы, да, принятие весны, принятие лета, они имели более глубокий смысл, да, для чего, например, чисто символично мы перепрыгиваем через огонь, да, то есть мы как будто бы очищаемся, мы хотим войти в новое. Вот эти вот знаки и символы, вы как будто бы их не принимаете, вот слишком прагматичны, слишком реалистичны, и вот хочется сказать, здесь как будто бы, знаете, человек, который воюет, например, какой-то научный исследователь, да, который привык все раскладывать по полочкам, да, все так достаточно структурно, а с другой стороны есть то, что вы не можете объяснить, да, например, как влияние высших сил, да, либо какие-то, ну, необъяснимые моменты, вы их замечаете, но вы не можете это объяснить. А поскольку не можете объяснить, вы от этого отказываетесь. Да? То есть все, что не подчиняется вашему разуму, вы как будто бы это отторгаете. И поэтому у вас все время есть вот эта вот внутренняя борьба по мечам. Она очень болезненная, она мечи, это разум. То есть вы понимаете, что есть нечто большее, да, вот это кубок Граля, внутренняя наполненность, да, то есть соединение с чем-то возвышенным. Это те состояния, когда вы ощущаете блаженство. Вы не можете объяснить это логикой, откуда это блажь, да, вы не можете объяснить логикой вот это вот какое-то вот божественное озарение, да, откуда оно происходит, логикой это не объясняется. Но вот именно вот этих аспектов вам здесь не хватает. Что еще вам поможет? Наполненность. По справедливости. Да. Выравнивание. Здесь вот что нужно выровнять? Ну вот, видите, и прийти к двойке кубков. Как раз таки процесс принятия и отдачи. Да? Не все принимаю. А если я не все принимаю, значит, я не все могу отдать.
Почему? Потому что вы отдаете свои жизненные ресурсы. Вы не подключены к какому-то источнику, который бесконечный, да, от которого вы можете просто циркулировать. Да, здесь идет, вот смотрите, как лотос, да, чистота, кадуцей. И крылатый лев – это вот изображение духа. Так вот, не подключайтесь к этому источнику. Да? Вот смотрите, он дает. Здесь один дельфин, здесь другой. Да? Отдающая и принимающая сила, которая правильно циркулирует и дает нам эту внутреннюю гармонию. Вот смотрите, прям вот куда нужно подключиться. А вы не подключаетесь, вы эту часть не принимаете. Потому что она для вас неопознанная, она вам непонятна. И я бы вам сказала, что вам нужно сделать больше акцент не на разум, на логику, а вот больше как-то на что-то интуитивное, на что-то, как-то, знаете, хочется сказать, сверхъестественное, что ли, непонятное, необъяснимое, какая-то вот мистический момент. Есть какая-то ваша сила внутри, которую вы не принимаете. Вы не принимаете, у вас не получается перерождение. Почему? Потому что то, что должно отмереть, да, вот эта вот логика, то, как вы жили, вот эта вот нужда, это иллюзия, это в вашей голове сценарий, да, паттерн придуманный. И поэтому вы боретесь, всем не хватит, смотрите, борьба за власть, всем не хватает ресурсов, да. Нужно бороться, выживает только самый сильный, да, я не могу быть нуждающим, потому что у меня, я несу какую-то ответственность, то есть оба аркана, они между собой, обе карты, и плюс еще пятерка мечей, они говорят о какой-то внутренней борьбе, а начинали мы с двойкой мечей тоже, да, то есть борьба постоянно нарастает, должны произойти, вот такое ощущение, что перерождение никак не происходит. Надо совсем бороться. И вам как будто бы нужно новое мышление касательно того, что мир изобилен. Но это не просто, знаете, выражение очень пафосное и глубокое такое, да. А вам его нужно прожить. То есть сделать его своим собственным личным опытом. Не на словах, чтобы это было. А чтобы вы ощутили, что мир изобилен, когда вы находитесь в единстве и подключаетесь к какому-то более высокому источнику, тогда вы сможете получать, и тогда как раз-таки по заслугам, да, произойдет выравнивание. А здесь идет перекос. Перекос в одну сторону. В некую такую, знаете, воздушность и огненность, я бы сказала. И не хватает чувственности, не хватает кубков, не хватает вот этих, знаете, воображений, не хватает ощущения, не хватает какого-то творческого начала, да, не хватает красоты. Вот как будто бы вам нужно найти этот источник в природе, да, который бы вас наполнял. Я не знаю, это могут быть какие-то пикники, куда вы будете ездить на природу, да, когда, знаете, вот дух перехватывает от красоты. Вы можете в горы ездить, не знаю, у кого какое место силы. Где-то кто-то выбирает ручьи, водоемы, когда смотришь, и вот прям, ну вот душа поет, вот этого состояния вам не хватает, да, вы как будто бы, ну, не принимаете силы природы внутри себя, потому что слишком разумны. Не знаю, насколько я смогла донести, вы мне потом, пожалуйста, напишите. Просто захотелось сделать действительно такой глубокий расклад, и иногда... Когда я действительно глубоко копаю, это может быть непонятно. Но мне не хотелось прям такое, знаете, что примеры какие-то такие земные придумывать. Хотелось, чтобы вы как-то вот включились интуитивно, поразмыслили. Вот такой был сегодня расклад. Еще раз вас благодарю за просмотр, за ваши лайки, дизлайки, комментарии, за то, что вы остаетесь со мной, за то, что приняли и этот формат. Кто-то, наверное, порадуется, что вот опять карты. А кто-то расстроится, но я объяснила уже свою позицию. Я с вами прощаюсь. Хочу пожелать вам отличной недели. Теперь уже, наверное, солнечной, но не жаркой. Солнце, которое согревает и дарит жизнь, а не то солнце, которое сжигает. Я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.